Завтра в легкоатлетическом манеже откроется фестиваль Tumen Cyberfest 2018. Он продлится два дня, субботу и воскресенье. Участниками станут более 1000 киберспортсменов из разных стран и городов России. Это первый в своем роде киберфестиваль, проходящий в нашей стране. Как правило, все киберспортивные турниры, в них участвуют 8, максимум 16 команд. Это немножко другой формат. Мы больше сосредоточились не на профессиональном спорте как таковом, а именно на массовом, чтобы удовлетворить потребности максимального количества дисциплин и наших киберспортсменов. Призовой фонд 1 миллион рублей, вход свободный. Смотрите финал соревнований в 19:00 в субботу и воскресенье на канале «Тюменское время» в Ютубе.